Казахстанские школьники научатся выращивать зелень и овощи. Фонд Булата Утимуратова инициировал социальный проект «Зеленая школа». Он рассчитан на создание высокотехнологичных теплиц в учебных заведениях. Именно там дети будут растить свой урожай. Сегодня одну из таких теплиц посетил аким Алматы в ходе рабочей поездки. Подробности у Ардак Камал. Аким Алматы Бахчан Сагентаев посадил семена огурцов в теплице проекта «Зеленая школа». Вырастить ягоды, зелень и овощи здесь может каждый ученик. А собранный урожай может быть использован в демонстрационных целях, на ярмарках и в конкурсах между школами. Основная цель проекта – привить детям экосознательность. Привить детям, и чтобы они могли практически работать в теплицах, практически работать в полном цикле земледелия. Соответственно, чтобы от подготовки земли до сбора урожая они имели понимание и практическое понимание имели. Сейчас установлены 16 круглогодичных теплиц на территории общеобразовательных школ в Алматы. Позже зеленые школы откроют также в Нур-Султане и Шымкенте. В общем, будет установлено 56 теплиц. Учителя этих школ проходят обучение у фермеров, чтобы передавать эти знания ученикам. Фонд Булата Утимуратова покрывает все расходы на установку, оборудование и поддержание работы теплиц в течение 3 лет. Общий бюджет проекта – $2 миллиона. Мы очень рады такому полезному подарку. Дети радуются, что им построили современную теплицу. Они с удовольствием здесь работают и обучаются. Теплицы имеют прочный каркас из оцинкованной стали, а покрытие сделано из поликарбоната. Срок службы не менее 10 лет. Также они оснащены современными системами капельного орошения, отопления и освещения. Фитоленты поддерживают биосинтез и улучшают рост растений. Инфракрасные обогреватели и обогревающий кабель в почве предотвращают замерзание овощей и ягод зимой. Система отопления полностью автоматизирована и зависит от температуры воздуха снаружи. В зависимости от размеров пришкольного двора теплицы могут занимать от 50 до 100 квадратных метров. Мы посадили огурцы, томаты и баклажаны. Это очень интересный процесс. Если смотреть, наблюдать, можно узнать много нового. Фонд Булата Утимуратова привлек в партнеры фонд местных сообществ, развивающий фермерство в Ембекше, казахском районе Алматинской области. Результатом сотрудничества стали учебные пособия для школьников на казахском и русском языках, описывающие весь цикл жизни растения – от подготовки почвы до сбора урожая. Ардак Камал, Рината Булхаиров, Информбюро, Алматы.